Драгоценный, доброе утро! Приветствую вас сегодня и хочу поделиться с вами одним посланием, которое я назвал «Забота о церкви». И давайте посмотрим текст. Это письмо к римлянам, 12 глава, с 4 стиха. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учители, в учении, увещеватели, увещевай, раздаватели, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». Давайте скажем «Аминь». Очень хороший текст, очень хорошую мысль, на мой взгляд, здесь показывает нам апостол Павел. И вот о чем хотелось бы сегодня поговорить. Каждый день мы сталкиваемся с вами с выбором. Сделать так или не сделать, пойти или не пойти, сказать или не сказать. Мы делаем выбор. И на мой взгляд, очень важно нам всегда делать правильный выбор. И вот если говорить о церкви, как о теле Христовом, то вот наше человеческое тело, оно тоже нуждается в заботе, да? И мы заботимся о нем. Видим какую-то нужду, например, захотели мы покушать. Что мы сделали? Мы сделали правильный выбор, мы пошли покушали. Если мы замерзли, мы понимаем, что нам нужно одеться, чтобы наше тело, оно не замерзло. Вот. Если еще что-то там... пошел дождь, то мы понимаем, что нам тоже нужно не промокнуть. Мы заботимся о своем теле. И также здесь апостол Павел говорит нам, чтобы мы заботились о Церкви Христовой. Потому что каждому из нас Бог дал определенные дарования. Каждый из нас – это одарованный человек, одарованный служитель. Мы с вами служители Божьи, служители в теле Христовом, в Церкви Христовой. И если у нас есть какой-то дар, этот дар должен работать. Для этого мы с вами должны делать правильный выбор. И апостол Павел говорит, если ты имеешь дар пророчества, какой выбор ты должен делать? Пророчествуй. Если имеешь дар увещевания, какой выбор? Увещевай. Если ты благотворитель, что? Благотвори. И так далее. Если ты пастор, то заботься и делай. Заботься о церкви. Если ты в группе хвалы поешь, или у тебя есть дар певца, ты поешь хорошо, то тебе нужно это делать. Тебе нужно делать этот выбор. И каждый из нас, имея какие-то дарования, сталкивается с выбором. Но когда мы делаем вот этот правильный выбор, мы с вами заботимся о своей церкви. Заботимся о теле Христовом. Я прошу вас, друзья, поразмышляйте в этот день. С раннего утра поразмышляйте о том, какие дарования сегодня имеете вы и какой выбор сегодня вы делаете. Если вы сегодня проснулись и у вас есть выбор, вы молитвенник и у вас есть служение, вы молитесь, вы ходатайствуете за каких-то людей, то, пожалуйста, сделайте этот выбор, встаньте и помолитесь, походатайствуйте. Я думаю, для каждого из нас так очень важно всегда делать вот этот правильный выбор. Как бы, где бы мы ни были, в служении, в церкви, даже вот, знаете, пойти на домашнюю группу или не пойти, это тоже выбор, который будем делать только мы с вами. И он должен быть правильным. Если мы будем этот правильный выбор делать, мы будем с вами заботиться о церкви. Итак, у каждого из нас есть по Божьей благодати различные дарования. Но Павел говорит, делайте правильный выбор. Имеешь эти дарования, живи, действуй, двигайся в этих дарованиях, не стой на месте. Заботься о теле Христовом, так же, как ты заботишься о своем теле. Я благословляю вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.